Всем привет, друзья! С вами Коля Моисей. Знаю, соскучились по моим видосам, давно не выпускал. Но были на то причины, было очень много всего за это время, пока не выпускал видосы. Очень много что произошло. Одно из моих самых важнейших событий, которое вы увидите, скорее всего, во втором или в третьем видосе, это... Вот оно, будет интрига. Замажу специально, чтобы никто не видел. Вот, но тот, кто, те люди, которые следят за моим инстаграмом, по-любому будут в курсе, видели, что и как происходило. А для тех, кто не видел и не следит за моим инстаграмом, будет видос второй, скорее всего, и посмотрите, что же у меня произошло в моей жизни. Приятного просмотра! Друзья, всем привет! И с вами Моисей. И вот я добрался до гелика рублесоса. Ребята, напишите в комментариях, как думаете, сделать из него гелик Майбах или все-таки оставить его таким, потому что его полностью восстановили, полностью все вывели в ноль. И как вы думаете, все-таки как будет смотреться, так лучше или когда будет гелик Майбах? И всем приятного просмотра! Ну что, друзья, я на месте. Вот, короче, прибыл. Вот дверь. Шкура скотч-бра внутри. Ее грунтовать не будем. Просто зашкураю под краску уже. С другой стороны будем дверь вышпаклевывать, выводить в идеал. И будем грунтовать, и все. Ну, в принципе, как с этой дверью, она хорошая. Вот эта дверь была вмятина. Ее на выброс. Я ее, в принципе, уже разобрал всю. Вот она, до нуля. Также тут был порог вот замят, его выровняли, это сверху шпаклевочкой, чтобы, короче, выровнять, в идеал тоже вывести. Вот, крыло тут было замято, выровняли, тоже шпаклевку наложили, чтобы в идеал вывести. Пороги, порог с этой стороны зачистил, набрызгали с этого, тоже вчера зачищал, вот, до металла тут вот набрызгали. Преобразователем ржавчины нужно еще сегодня будет зачистить до конца. Там, кстати, тоже шпаклевкой захерачено. Как-то так. Ну все, вперед. Итак, друзья, расклад такой по этой тачке. Пороги я все зачистил, все до финиша, ну, то есть ржавчины нету нигде никакой абсолютно. Вот, эти крылья я сейчас тоже вчера вот одно зачистил, получается, забрызгал его преобразователем ржавчины. Сейчас вот второе буду дочищать, зачищать тоже полностью целиком все. И буду также преобразователем забрызгивать, потом опять зачищать. В принципе, что осталось? Получается, с этой стороны порог также зачищен полностью. Вот грунт уже. Вот. Тут, получается, зашпаклевано. То, что были маленькие мятинки. В идеал выгнано. Уже готово под грунтовку. С этой стороны, получается, эта дверь будет меняться на эту синюю. Дверь уже тоже, кстати, готова. Вот, с этой стороны, получается, также все зачищено под грунтовку полностью, весь порог. Шпакля не везде зашкурена. Будем зашкуривать. Тут еще, наверное, шпакля придется, потому что слишком крупные риски накладывать. Вот, и, в принципе, тоже грунтом будем покрывать и зашкуривать. Это крыло также еще один раз останется шлифануть его от полной ржавчины до конца. В принципе, тоже под грунт.
Тут все остальные ямочки все отшкурили, выровняли. Все отлично, замечательно. Вот, как-то так. Ну, а с этим крылом начинаю работать. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending my moolah, 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 moolah. I'm a drum popping, pocket, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Sola, sola, sola. Друзья, пока меня не было, Игорь уже загрунтовал. Получается, два слоя нанес эпоксидника, там, где голые части металла. И все сверху покрыл, получается, наполнителем. Сейчас этот наполнитель будем перетирать, чтобы, я имею в виду, затирать, чтобы было все очень ровное. Матовать, затирать крапинки, пылинки, если есть тут что-то осталось. И потом уже будем собирать, и будет отправляться все на покраску. В принципе, вот так вот все выглядит. Вы видели, как было изначально. Продолжим. Смотрите дальше. Все, продолжаем дальше. Так вот затер. Почти в идеал вывели. Возможно, будем перегрунтовывать, потому что есть косяки. Сейчас еще вот эту часть грунтую. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, ставьте колокольчики. Кому нравится видео, тот, пожалуйста, подпишись, потому что таких видео будет не одно. Это, можно сказать, первая машина в видео. Вот, их будет очень много, и будет качественная работа. Кому понравится работа, тот может обращаться, в принципе, писать мне либо в комментариях, либо по ссылке в Инстаграм или ВКонтакт можете со мной связаться по любому вопросу. Ну, друзья, еще один прошел день. Получается, машина практически полностью готова к покраске. Получается, финальная часть сделана этой двери. Капота тоже. Капот тут, получается, лежит. И два крыла тоже полностью готовы к покраске. С этой стороны полностью прошелся. Это все замотовал. В понедельник машину эту отдаем в покрасочную камеру. И покажу вам после покрасочной камеры, как она будет выглядеть. Ну что, друзья, вот и подготовили мы тачку. Получается, полностью уже собрали. Хотите посмотреть на нее? Смотрите. Друзья,
Друзья, всем огромное спасибо, что мой видос досмотрели до конца. А также хотел поздравить всех мужиков 23 февраля. Всем мужикам, всем добра-бобра и обнял. До новых встреч в новых видосах. Пока-пока.